Интересно, хоть бы даст, хоть бы даст, хоть бы даст. Домой даст! На улицу даст. Помянем, только даст выгнали на улицу. Ладно. Мне пофиг, что они там фанятся, я не успеваю. Это кто это? Чё за подозрительный челик? Чё за подозрительный челик? В тайминге. Ооо, челик с читами гоняет. Hello, guys. Я на бит пошёл. Там именно есть. А, это... Чё мы на бы делаем? Мулон пушат. Одного убил. Второй. Остался. Остался один. Я тоже в антап прописал. Не получилось. За нас что? Три праймера против... Три против двоих. Три праймера против двоих. Это что такое? Ну да. Да, очень знакомая ситуация, слушай, я где-то ее видел уже. А. Никто, я сам. Я из-за обновы слился, из-за этой, из-за званий. У меня была первая звезда еще, но потом снова слился, до сильвер 6-го. И сейчас я на праймах не играю, потому что у меня снова фактор доверия упал. А, сзади меня покрыли. Да я вот тоже думал, он ушел туда, это... но я смотрел, там не было его. Но вроде как будто силуэт был. Да, мне тоже это показалось. Я еще не хотел говорить, типа... Типа, дизинфа, да? Ну да. Слышишь ты? Че, на би они ушли? Да, понял я уже. Я через нижнюю тёмку иду. О, тут чел без наушников играет. А, нет, с наушниками он. Фил. Сзади уголь, сзади! А, короче, там в дверях на меду. Один Б. Чё ты игра? Чё он? Да. Да, дайте дроп. Кого есть? Я тоже так. Да. Нафига я на ЦЗшке пошел? Зайди серый, да, я это.
Да. Ты там так спокойно шел, я не помню. Есть, конечно, там. Я АВП прокатываю. Этот вообще с ножом бегает, нафиг надо, пусть играет. Но это подозрительно. О, и он как будто сейчас на скейте проехал. Короче, все, я врубаю симпла. Помнишь, как я симпла врубал? Нет. Как, я же тебе говорю, вот, врубаю симпла. Думаю, да. Знаешь, у меня чит есть. Помнишь, чит симпла? Да, 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 да. Вот, я его сейчас куплю. Только я еще один добавил. Все четверо идут на лонг. Потому что они все там. А Виктор сидит. И всех там. Ну я один остался. Вот нам на то, по такой тактике играть надо. Ой, хорошо. Они все на меня тупо нацелились, я еще одного убил. Молодец, хоть одного убил. Помхи с бэйплентом. У нас праймер этот нормально так играет. Ух ты. Ну. Ну этот, что-то мне кажется, с говном катает. Фил, он. Фил, он не праймер. У него вообще чистый аккаунт. Кондон. Эмир дал. Давай, давай, давай. Давай, ну не надо, я не знаю, что. Ага. Вас не смущает то, что на лангу сидят? Я их видел там. Не, вообще. Снимать трусы и бегать. Это Би. Ну, бомба Би. Как говорится. Да чё, жёсткий челик. Жёсткий эйс. Своего ОП же взял. Эй, Савика. Давай, Уголь, догоняй меня. Ига. Ига. Я под Б встану. Я делаю такую хреновую раскидку, чтобы... Ууу. Б. Бегут. Ух ты. 60 одному дал. О, найс. Эй, Савик опять хочет сделать. Вы на ноги целься. Мы и проигрываем. Найс. Серега, красавчик. Ты свою музыку же продал?
Да? У меня Flash Pendance. Так, чё я тут в АФК-то? Да. Часто в тело стреляешь, если надо пробовать. Да хрен его знает. А вдруг? Вдруг чёрт? Be, guys. What? До свидания. А не то, что я веду снимаю, это да. Да. Красавчик, чё? Бустер. Ну может это бустер по рангу. Кто знает. Ну я же в него попал.
Мув мьёмент с КС. Фу. А мне пихуй. Короче, мне уголь, помнишь, я тебе штабик показывал на видео? Да, он пошел. Ну, помнишь. Ты знаешь, что там произошло вот после того, как я последний раз тебе его показывал? Там мы построили 3 этажа. То есть помнишь этаж, который я тебе с окном показывал? У нас сверху еще один этаж был, и мне только что передали, что весь штабик сгорел. За все труды лета. А, на спавне сидит. Сука. Не дала мне на... Не дала мне это... На нож его взять. Прикольно. У этого челика, который у нас на первом месте, это калаш с 10 000 килов 100 трека. Ну, в принципе, я на свой бизон 3000 сделал буквально за 2 секунды. Впервые взяла ВП. Ща тебя ади. Подгорел зад. Я такой стрельнул и такой победа. Я подумал, чё, я попал что ли? А кстати, я попал. Я ему в ноги стрельнул. Чё за деревяшка? Помянем, у нас штабик сгорел. Не, похуй, я там все.
Давай разгон до сотки. У нас это, походу, оранжевые читы подрубил. Мичумуч. Ты Мичумуч, короче, понял? И зеленый тоже, походу. А я с ними. Красивые колготки. У меня в КС-ке не получается так багнуть. А, ну да. А почему у меня же не нигер? Нет, это Роналдо. Он просто загорелый. Да летний это. Сгорел как нигер. Спасибо, красавчик. Чё творит молодой парень? Да-да. Попал. Тоже. За неимением худшего.